Привет, ребята! Если вы не хотите, чтобы Зухаль женилась на Ямане, а также если вы не хотите, чтобы Зухаль вернулась в особняк Киримли, давайте нажмем кнопку подписаться и увидим этот и следующие номера. Действительно ли Зухаль искалечена? Станет ли Дуйгу соседом Али? Разведется ли Сехер с Яманом ради Зухаль? Какой большой вред Зухаль нанесет Сехер? Здесь я отвечу на все ваши вопросы, друзья. В новом эпизоде нашего сериала «Злые планы Зухаль» стремительно продолжатся. Судьба начала улыбаться на лице Зухаль. Потому что Зухаль попала в больницу для Зии. Из-за ошибки Сехер Юсуфа сбила машина. Зухаль воспользовалась этим моментом как возможностью и спасла Юсуфа. Но Сехер начала сожалеть Зухаль. Сехер подумала, что из-за нее Зухаль сбила машина. Зухаль также была госпитализирована. Какое-то время Зухаль будет прикован к инвалидной коляске. Таким образом, неспособность Зухаль передвигаться стала его билетом обратно в крымский особняк. Потому что, если вы помните, Сехер хотела, чтобы Зухаль пришла в особняк. Яман также должен был принять просьбу Сехер о Зухаль. Поэтому Зухаль теперь вернется в свой особняк Кырыклы. Зухаль какое-то время не сможет ходить. Но тогда Зухаль будет ходить в результате большого чуда. Зухаль никому не скажет, что она может ходить. Другими словами, Зухаль не полностью инвалид. Инвалидность Зухаль – временная нетрудоспособность. Она навредит Сехер, используя свою болезнь. Фактически, Зухаль будет использовать свою болезнь, чтобы попросить Сехер развестись с Яманом. Скорее всего, Зухаль пожалеет Сехер в следующих сериях. Зухаль скажет Сехер, что никто не женится на ней. Потому что Зухаль скажет, что она никому не нужна, потому что она инвалид. Сехер пожалеет об этой ситуации и решит покинуть Ямана. Итак, Сехер собственными руками передаст Яману Зухаль. Яман откроет правду с помощью записи своего голоса. Сехер и Яман также помиряются в следующих сериях. Но из-за этого плана Сехер и Яман снова будут разделены. На этот раз Сехер намеренно попытается оттолкнуть Ямана от себя. Али и Дуйгу будут соседями. Потому что, если вы помните, Султан все же выступал с речью последним. Султан все же заявил, что его ближайший сосед покинул квартал. Дуйгу тоже искала съемный дом. В следующих сериях Дуйгу и Али будут соседями. Таким образом, роман с Али и Дуйгу начнется. Ведь Дуйгу привыкла к Али. Дуйгу поняла, что Али ценит ее. В следующих сериях начнется роман с Али и Дуйгу. Али сделает предложение Дуйгу. Поначалу Дуйгу не примет это предложение руки и сердца. Но позже Дуйгу примет этот брак. Другими словами, Дуйгу и Али поженятся и будут очень счастливы. Как вы думаете, Сехер должна развестись с Яманом ради Зухаль? Я буду ждать ваших комментариев ниже. Кроме того, Зухаль найдет в особняке людей, которые ей помогут. Первый из них Чичик. Новый персонаж, присоединившийся к сериалу. Зухаль будет использовать Чичик во всех своих плохих делах. Чичик также сделает все свое зло, используя свою невинную внешность. Сначала Чичик попытается заполучить Зию, потому что Чичик знает, что если она поймает Зию, для них откроются все двери. По этим причинам Чичик схватит Зию и тайно причинит вред Сехер. Вторая ошибка Сехер будет против Ямана. А именно Сехер отправится за доказательствами ареста Ямана. Фират сказал Сехер, что доказательств в отношении контрабанды оружия нет. Затем Сехер начала искать улики против Ямана. Сехер наконец-то найдет доказательства о Ямане. Но Сехер пожалеет позже. Причина, по которой Сехер сожалеет, будет раскрыта, когда она узнает правду. Селим снова присоединится к сериалу. Также в их жизни придут враги Ямана. Сначала Селим будет искать выход из тюрьмы. Селим снова будет строить свои планы,
потому что о нем все забыли. В этом процессе Селим превратится в мафию. На самом деле Селим день ото дня будет становиться все хуже и опаснее. Селим все еще не мог забыть Сехер. Зухаль не забудет Ямана, а Селим не забудет Сехер. После этого двое из них объединятся и нанесут вред любви Сехер и Ямана. Сехер и Яман продолжат свою жизнь, ничего не зная. Однако Селим внезапно придет в жизнь каждого и захочет всем навредить. Сначала он попытается убить Ямана. Сехер также может вернуться к Селиму, чтобы Яман не пострадал. Итак, Сехер откажется от Ямана ради жизни Ямана. Яман подумает, что Сехер предала его. На самом деле Ям-Ан будет думать о матери, бросившей отца. Вдобавок Яман получит сильную травму. Яман будет думать об этом заброшении каждый день и будет уничтожен. То, что Али и Яман – братья, пока не разглашается. Этот факт пока будет скрыт, так как наша серия только начинается. Ближе к новым эпизодам эти факты будут всплывать один за другим. Появление этой истины нарушит все равновесия. Поэтому секрет того, что Яман и Али – братья, выйдет на повестку дня. Благодаря этим советам Али и Яман поймут, что они братья. Отец Ариф также приступит к работе, чтобы положить конец ссоре братьев. Отныне любовь Сехер и Ямана будет продолжаться во всей красе. Сехер пожалеет, когда узнает, что Яман невиновен. Потому что Сехер до сих пор причинила Яману много вреда. Даже Сехер не доверяла Яману. Мало того, Сехер также оскорбляла и обвиняла Ямана. По этим причинам Сехер никогда себя не простит. Чингер, с другой стороны, увидит плачевное состояние Сехер. Чингер скажет Сехер, что она должна встать рядом с Яманом. Сехер скажет, что у нее нет лица, чтобы смотреть на Ямана. Таким образом, Сехер решит сразиться за Ямана. Сехер теперь будет пытаться восстановить сердце Ямана. Яману будет очень трудно забыть эти оскорбления. Но часть Ямана по-прежнему любит Сехер. Вот почему Яман простит Сехер и даст ей шанс. Конечно, с этой новостью миры будут принадлежать Сехер. Сехер пообещает, что с этого момента она никогда не покинет Яман. С этим прощением брак Ямана и Сехер станет реальностью. Яман и Сехер будут проводить все больше и больше времени с каждым днем. Яман не сможет обойтись без Сехер, а Сехер не сможет обойтись без Ямана. Поэтому наступят счастливые дни для Ямана и Сехер. В следующих сериях Сехер увидит, как Яман сражается за себя. После этого в Сехер произойдут некоторые изменения. Потому что, несмотря ни на что, Яман поддерживал Сехер в ее самое трудное время. Поэтому Сехер будет действовать более умеренно по отношению к Яману. С другой стороны, пока факты останутся скрытыми. Хотя Сехер и Яман не в ладах, наша пара скоро встретится. Потому что в конце концов Сехер узнает правду. Когда она узнает правду, Сехер пожалеет обо всем, что сделала. Кроме того, Сехер подумает об обвинениях, которые она выдвинула против Ямана. Тогда Сехер и Яман откроют новую страницу в своей жизни. Мы подошли к концу этого аналитического видео, друзья. Вы можете поддержать нашу серию, подписавшись на канал и поставив лайк этому видео. Увидимся в следующих видео, до встречи!